Мы играем концерт в пятницу с новыми композициями, которые специально были написаны в Лондоне. Композиторы — люди, у которых нет органного бэкграунда, у них своя точка зрения на эту музыку. Это всегда трудно — нести новую музыку в мир, ведь это то, чего не существовало ранее. Потому что нет никакого написанного сценария. Я имею в виду, что в данном случае это представляет тебе определенную степень свободы. Это воодушевляющий процесс, но, конечно, это очень тяжело.